Наш новый командир. Марк Флавий Аквила. Марк Аквила приносит несчастье. Вы знаете, кто был его отцом? Он потерял орла 9-го легиона. Орел утерян, честь утеряна. Честь утеряна, все утеряно. Молодой римский полководец отправляется на поиски места гибели своего отважного отца. Митро, бог солнца, прошу, помоги мне. Путь воина будет опасным. Потеря 9-го легиона и без того унизительна. К чему рисковать еще одной жизнью? Увидимся на том свете, римляне. Тени прошлого откроют путь в будущее. Это легионеры твоего отца. Ты был неправ. Мертвые могут жить. Легион! Стой! Ченнинг Татум. В героической исторической драме «Орел 9-го легиона». 22 ноября в 20:30 в эфире ННТВ. С тех пор, как я себя помню, я хотел быть только солдатом, как мой отец.